После прошедшей стихии в Кашхабском районе все силы брошены на восстановление того, чему вода причинила урон. В настоящее время в поселениях активно идет ликвидация последствий стихийного бедствия. Мы живем здесь уже 7 лет. Мы приехали с Москвы. Наше наводнение – это уже третье. Ну, у нас пострадало немножко в этом году. Я посадила несколько грядочек, а в основном у нас был подпокос. Сегодня идет откачка колодцев. А я вчера обработала, и сегодня вот приехали. И выкачали колодец. В хуторе Красном было подтоплено 23 придомовых территории и одно домовладение. В момент приезда нашей съемочной группы активно работала бригада МЧС. С помощью пожарного автомобиля и насосов здесь проводится откачка воды из колодцев, чтобы провести их санитарную обработку и обеспечить людям поступление питьевой воды. Качают колодец. Вам дали заметить? Да, все, я вчера засыпала, сейчас выкачивают. Вот, сейчас выкачивают, когда они все выкачивают, еще раз обработаете, и через 2 дня только можно будет. Вот, значит, да. Нужно. А питьевую воду так будут давать. А техническая вода, стоит трактор, там бочка с водой. Сколько нужно, берете емкости, набираете, но только не пить. Хорошо, все понятно. Это техническая вода для постирки. Ну, на сегодняшний день по хутору Красному, который попал в зону подтопления, проводятся работы по обеззараживанию колодцев, антисептиков, территории туалетов. Вот сейчас вы видите, уже началась откачка колодцев. После откачки будет проведена еще дополнительная обработка колодцев. На данный момент происходит доставка людям питьевой воды, пункт выдачи воды определен. Также в центре поселка установлен пункт выдачи технической воды. Людям всем объявлено, что это именно техническая вода, чтобы ее не использовали в качестве питья. То есть на данный момент население обеспечено всем необходимым, электричество все есть, работы по откачке проводятся. Сейчас техника пошла перезаправляться для того, чтобы еще дополнительно расчистить каналы. Потому что откачка ведется и дополнительно вода идет. Поэтому все необходимые работы на территории хутора проводятся. Необходимости пока нет ни в чем. Другая бригада пожарного гарнизона Кашхабского района работала в этот день в хуторе Игнатьевском. Здесь в результате паводка было подтоплено 77 придомовых территорий, где и в настоящее время ведутся работы по откачке воды.